Банда ГТА в Московской области. Убийцы на московских дорогах. Люди уже боятся выезжать. Боятся выезжать в Московскую область за МКАД. Боятся ехать на свои дачи. Боятся ехать к родственникам. Сколько уже убийств произошло? Все уже сбились со счета. Сколько мы будем это терпеть? Понятно, что полиция не может справиться теми силами. Как только они проводят рейды, естественно, все прячутся. Прячутся какие-то 5 обиженных товарищей, обиженных жизнью, неизвестных, возможно, бандеровцев, возможно, других национальностей. И убивают наших русских людей.